Всем привет, ну что, мы снова на даче. Привезли водичку. Вот. Сейчас будем выгружать все это дело и дальше заниматься делами. Водичку мы уже составили. Вот она здесь стоит, на солнышке греется. И вот сюда тоже. Так, сейчас покажу, что еще вчера заехали, купили. Все-таки решили, где деревянный короб посадить кабачки. Вот такой желтоплодный. Вот. И вот такой. И на длинную грядку, на новую, купили морковь лентой. Попробуем посадить. Называется вот такая вот фараон. Также еще краску для садовых деревьев купили. Надо побелить обязательно. Вот мы уже на грядке сделали бороздочки, куда будем сажать морковку. Ну мы, да. Ну ты сделал, господи. Ну мы же делаем. Вот сейчас бороздки проливаем водичкой. Вот морковка. Не знаю, написано, что всходы так, с конца июля по конец августа. Но это для средней полосы России. Значит, у нас чуть-чуть попозже будет. Вот. Ну, нормально. Вот таким способом будем сейчас сажать. И все, и вот так вот засыпаем эту ленту. Вот так. Трава уже выросла. Вот и все. Поливаем сверху немножечко и будем ждать сходов. Говорят, что на ленте морковка хорошо растет. Но бабушка у меня еще, кстати, посадила там на грядках морковь просто семенами и морковь, замоченную в киселе. Там два вида. Вот, а мы решили попробовать на ленте посадить. Так что посмотрим, какая морковка будет лучше из трех этих вариантов. В общем, мы решили... Ты чё, сорока не ест таких больших скворцов? В общем, мы решили в этом месте, под яблоней, на перекопотом месте. Сейчас расскажу. Сейчас еще раз немножко взрыхли. Сейчас пойду за граблями, сделаю, наверное, две или три грядки. Наверное, три. Вот. И посадим сюда морковь и свеклу. Потому что у нас еще осталась целая большая лента моркови и свеклу я там нашел. Так, и землю сейчас я буду бросать вот это удобрение, потому что здесь земля вообще нисколько не удобрена, не особо плодородная. Сейчас мы ее хорошо скопаем, взрыхлим и удобрим этой штучкой. Сделаю грядки и уже дальше все покажу, что будем здесь сажать. Решили здесь, короче, сделать две грядки длинные, вот так и вот так, и между ними проход, чтобы было все аккуратно и удобно. Вон доска лежит, видите, мы сделаем окантовку из досок, ну вот примерно, да, вот как здесь лежит, или вот как там, вот короб, вот, сколотим их, чтобы крепко держались, и все, и будут красивые, хорошие грядки, одна будет со свеклой, одна будет с морковью. Так что сейчас сделаем окантовочку, все сделаем, я уже окончательный вариант грядок вам покажу. Вот мы сделали две новые грядочки. Как я и говорил, получились вот такие окантовки. И в середине тоже можно проходить, спокойно пропалывать, поливать, что угодно. В общем, осталось посадить морковь, свеклу. Схема посадки абсолютно такая же, как мы сегодня сажали. Бороздочки проливаем, сажаем, закапываем, снова проливаем. Вот так. Так, друзья, ну что, все. Девушка здесь в малине, вон, смотрите, сорнячки убирает. Мы целый день сегодня провели с этой грядкой с двумя. Так, осталось полить сверху и все. Все засажено. Так. Вот. Все, сейчас поливаем. Здесь у меня сидит три вида свеклы.
Здесь какая-то крымская. Вот тут крымская до палочки до этой. Здесь румянец. Два рядка. И последняя вот у меня пабло. Вот такая свекла. Вот. А здесь морковка лентой. Та же самая, что там сажали. Вот она. Фараон. Поставил надписи, чтобы не забыть, где что сидит. Все. Вот такие дела. Много сегодня сделали полезного дела. Все. Красота. Так что все, на сегодня влог заканчиваю. Всем желаю отличного дня, хорошего настроения. До скорой встречи. Пока-пока.